Приветствую друзей и гостей нашего канала и вновь приглашаю вас в магазин Fix Price. Давайте вместе прогуляемся по магазину, посмотрим все самое новое и интересное. Ноябрь 2019. Привезли нам вот такие вот шикарнейшие шкатулки. Выглядят они просто замечательно. Украшены стразами, переливаются. Производитель Индия. И два варианта таких шкатулок. Одна больше такая серебристая, а вторая здесь много золота. Очень шикарно смотрится. Цена шкатулок 199 рублей. И этот же производитель Индия, круглая шкатулка. Также она украшена вся блестками, пайетками, бисером. То есть тоже смотрится замечательно. Так вот она выглядит внутри. Крышка полностью открывается. Внутри тканевые основы. И несколько вариантов их. Такая вот серебристая. И вот такой вот вариант с цветком на крышке, с золотым цветком. Горшок для цветов. Выполнен из доломита. Красивый цветок, рифленая поверхность горшка. Вот в таком вот сиреневом, темно-сиреневом цвете. Такой темно-розовый, наверное. И синий горшок, цена таких горшков 77 рублей. Фоторамка размер 10 на 15 сантиметров. Фоторамка шикарно смотрится, золотистая оправа. Ее можно поставить и на стол, можно повесить на стену и горизонтально, и вертикально, то есть есть крючки. Очень большое разнообразие часов в магазине. Вот эти вот мне нравятся, с крупным циферблатом, диаметр 25 сантиметров часов. Такие вот тоже хорошие. Работают все часы от одной батарейки типа 2А. В комплект она не входит. Вот эти вот под старину. Тоже смотрятся шикарно. Все часы стоят 199 рублей. И наконец-то до нас тоже доехали вот эти декоративные фигуры. Олени очень красивые. Два цвета, светло-серый и бежевый. Цена 199 рублей. Очень нежно смотрится. Сумка женская. Сумка идет с двумя ручками, застегивается на молнию. Внутри она без подклада, сумка объемная. Так вот она выглядит в застегнутом виде. Цена 199 рублей, состав полиэстер и нейлон. И вот такого еще она есть черного цвета и синего. Пополняется отдел разными-разными сладостями. К Новому году все больше и больше поступает и подарков, и конфет. Ой, ну и вот смотрю, привезли к нам опять пастилу Белевскую. Она у нас исчезала в магазинах, просто было невозможно купить. Классная пастила, всегда я ее покупаю. В предыдущем обзоре я ее уже показывала. 4 штуки я покупала, сейчас я куплю еще в запас, потому что ее просто у нас стали разбирать. Состав шикарный, все натуральное, то есть очень вкусно, мне нравится эта пастила. Цена ее 77 рублей, вес 100 грамм. Чашка чайная, красивая чашка, сверху черная, внутри ярко-желтая. И вот еще такая вот с красным. Красная внутренняя поверхность. Это вот тоже интересно смотрится. Такой мокрый асфальт, цвет чашки. Вот такой богатый у нас отдел с посудой. Смотрю, много новинок.
Такой соусник появился. Соусник объемный, 200 мл, цена 55 рублей. И посмотрите, какие красивые фужеры завезли. Фужеры смотрятся просто шикарно. Название фужеров — «Радуга». Производитель — «Гусь Хрустальный». Выполнены они из натрия, кальция и силикатного стекла. Есть для шампанского 170 мл объем. Есть фужер для вина 260 мл. Вообще переливается. На самом деле всеми цветами радуги. Посмотрите. Просто шикарный. И фужер есть для бренди. 250 мл. Тоже очень хорошо смотрится. Все эти фужеры стоят 99 рублей. Штоф выполнен из стекла и полиэтилена. Объем 0,75 литра. Цена штофа 77 рублей. Хорошая, удобная крышка. Смотрите, она плотно закрывается. То есть его даже когда наклоняешь, я думаю, что жидкость не прольется. То есть настолько она туго закрыта, эта крышка. Ну вот опять я решила вам показать фужеры, как это смотрится. Привезли вот такую еще нам посуду, салатники. Салатник «Шефс» название его. Объем 120 кубических сантиметров. Самый маленький, цена 27,50. Объем 140 кубических сантиметров, по 55 рублей. И самый большой салатник 230 кубических сантиметров, 99 рублей. Производитель — Россия. И вот этот салатник тоже замечательный. 1,7 литра, выполнен из стекла. Производитель — Китай, цена 99 рублей. Смотрится очень нарядно. Тарелка стеклянная, 19 сантиметров диаметром. Производитель — Иран, цена 51 рубль. Набор мисок — Колос. Миски 5,5 литра, 3 литра и 1 литр. Хорошая объемная такая миска, вот эта большая, мне понравилась. Производитель — Россия. Два варианта цвета, цена 199 рублей. И опять нам завезли, когда-то давно уже были весы электронные, кухонные. Представлены в трех цветах. Помогают отмерить вес точный. Работают от батареек. Батарейки в комплект не входят. Максимальный вес 5000 грамм, минимальный вес 1 грамм. Деление также 1 грамм, единицы измерения — граммы и унции. Есть три кнопки: включение-выключение, переключение граммы, унции и тара. Очень хорошие отзывы про эти весы, кто пользуется, все хвалят. И прилагается еще инструкция. Набор форм для печенья, 7 штук. Выполнены они из нержавеющей стали. Цена 77 рублей. И вот изображена елочка. То есть можно испечь печенье и составить их в форме елочки. Замечательная. Хорошая вещь к Новому году, как раз можно и прикупить. Форма для салатов. Что-то тоже одно время не было, и смотрю, опять нам завезли. Также они выполнены из нержавеющей стали. Можно использовать для придания формы салатам, гарнирам, яичницы и омлету. Помогает вырезать идеальные фигуры из теста. Цена форм 55 рублей. Раздвижная форма для бисквита. Очень нужная вещь, люблю такие. Можно нарезать идеально ровные коржи толщиной 1 сантиметр. Можно нарезать коржи диаметром 16, от 16 сантиметров до 24 сантиметров. Так вот она выглядит, эта форма. Очень она такая
качественная, плотная сталь. Легко раздвигается, то есть я вот попробовала, никаких препятствий нету. То есть бывают формы, очень их сложно раздвинуть, а это прям она очень, смотрите, я прям двумя пальцами ее раздвинула и сдвинула назад. В общем, все очень просто. И вот такая еще есть раздвижная форма для бисквита. Она подходит для выпечки, коржей, тортов, бисквита. Можно запекать в ней и рыбу, и мясные блюда, в общем, овощные, в общем, любые блюда. В общем, как форму для запекания можно ее использовать. Также придавать форму салатам, закускам и так далее. Цена 199 рублей. И вот еще увидела, новые пледы появились, красивые расцветки такие, нарядненькие. Пледы флисовые, размер 130 на 150 сантиметров. Выполнены они из полиэстера, цена 199 рублей. Очень мягкие, приятные, хорошего качества. Так вот обработаны края крупным стежком. Ну, смотрится это все аккуратно. И хорошие расцветки. А вот прямо яркая-прияркая, кислотная такая расцветочка. Салфетка декоративная в рулоне, антискользящая. Размер 30 на 150 сантиметров. Салфетка может использоваться для поверхности разного размера. Выполнена она из ПВХ. Три варианта цвета. Смотрите, как они смотрятся хорошо, эти салфетки такие нежные, ажурные. Цена 77 рублей. Вот отдел тут у нас для ванны, для туалета, для душа. Вот такие вот появились шапочки для сушки волос в форме мышонка. Выполнена она из шапочка из полиэстера, цена 77 рублей. Есть еще рукавичка для душа в форме мышонка, то есть можно прям комплект сделать. Размер 21 на 18 сантиметров. Манишка детская. Очень приятные манишки, на ощупь приятные, мягкие. Состав у них 54% акрил и 46% полиэстер. Разные варианты расцветок. Цена 199 рублей. Колготки детские, выполнены из хлопка на 96% и с полиуретана 4%. Разные размеры я увидела, 104-110 сантиметров рост, 110-122 сантиметра рост. Разные расцветки, и есть колготки даже, я увидела, для мальчиков. Темненькие такие, ну правда один размер увидела, 99-104 сантиметра рост. Вот такие вот с мячиком нарисованы, серого цвета, цена 199 рублей. Детские носки в большом ассортименте, много теплых носков. Тут такие выполнены из ангоры, 50% ангоры, 30% шерсть, 15% полиамид и 5% эластан. Разные расцветки, в принципе, и для мальчиков, и для девочек. И цена таких носков 55 рублей. Вот такие вот милые шапочки у нас появились. Такие хорошенькие. Разные мордочки, разные животные изображены. То есть вот это вот белый медведь. Шапка идет с такими длинными ушами, с помпонами. На подкладе. Такой вот пингвин замечательный. Шапку вот таким образом можно застегнуть. Овечка. Это бобер.
какой-то, не знаю, птенец, наверное, божья коровка, заяц. Я думаю, такие шапки, наверное, можно куда-то и на утренник одеть. Наверное, правда, в них будет жарко, но на улицу, наверное, в них не пойдешь. Я так понимаю, что это так, как карнавальный какой-то вариант. Такой вот волк, то есть прям целый зоопарк. Очень большой выбор. Набор цветных карандашей с точилкой. Новый дизайн упаковки. 36 карандашей. Цена 199 рублей. Тесто для лепки с формочкой. В набор входит две баночки, два цвета. Формочка пластиковая, одна штука. И бегающие глазки, 4 штуки. Можно создать игрушку своими руками. В состав входит мука, крахмал, вода, соль, масло растительное, лимонная кислота, краситель, консервант и ароматизатор. И разные такие фигурки можно сделать. Единорожка, паровозик, машинка, котик. Набор для вышивания крестом. Новый у нас набор появился. В состав входит канва, нитки, иголка и инструкция. Цена 51 рубль. Чехол для хранения вещей. 45 на 30 на 20 сантиметров. Выполнен из нетканого материала и ПВХ. Три варианта цвета в магазине. Очень симпатичные. Вот эти вот цветочек вообще мне понравились. Такие нежные. И такая вот расцветка тоже хорошая. И в горох. Также смотрится симпатично. Цена 99 рублей. Коробка складная для хранения вещей. Размер 38 на 25 на 25 сантиметров. Отличная коробка. Смотрите, как она красиво смотрится. У нее рифленая поверхность такая объемная, просто шикарная. Цена коробки 199 рублей. Дезодорант Акс мужской, 150 миллилитров. И два варианта такого дезодоранта. Я, правда, не увидела различия. Но вот на одном написано 48 часов защита, на другом я не увидела. Может, второй, наверное, вот этот обыкновенный какой-то, наверное, уже не с такой большой защитой на 48 часов. Наверное, в этом у них разница. Цена таких дезодорантов 149 рублей. И вот этот имеет такую интересную крышку. Ее нужно повернуть и нажать. Это первый раз такие крышки вижу. Табличка декоративная. В состав входит картон, дерево, фанера. Размер 220 на 220 миллиметров. И вот это мне понравилась роспись по дереву. Новогодний сувенир для детей старше 5 лет. Увлекательное занятие, с помощью которого деревянная заготовка превращается в яркую игрушку. Развивает мелкую моторику рук. Развивает творческие способности и образное мышление. И разные варианты такой росписи, производитель Россия. Доска сувенирная, разделочная, в ассортименте, с символом года. То есть сейчас все идет с мышами, все везде, все сувениры – это мыши. Деревянная игрушка, трещотка на колесах. Интересные, яркие такие игрушки для детей от 3 лет. Состав дерева. Смотрите, как она хорошо смотрится, яркая такая, необычная форма. Ну и как всегда в фикс-прайсе очень много вот такого типа игрушек. То есть такие силиконовые, сверкающие, очень красивые.
Разные жучки, паучки. Прикольные. Вот такая вот хрюшка. Очень много мялок разных-разных. Вот такая, по-моему, уже была и раньше. Это вот рыба какая-то, кит. Мялка в форме торта. Вот такая вот, это, наверное, мороженое, пирожное какое-то. Ну и новогодний ассортимент. Все расширяется у нас, всего становится больше. Очень много вот таких декораций новогодних на стену. В форме снежинок, игрушек. Вот такая вот красивая декорация. 51 рубль стоимость у нее. Смотрится шикарно. И увидела я вот такие наклейки от комаров. Может, они были и раньше, но вот я увидела впервые. Эти наклейки можно наклеить на мебель, на детскую коляску, на стол, в общем, куда угодно, даже на детскую одежду. На этом я заканчиваю обзор. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем удачного шопинга и до новых встреч. Пока-пока.